Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Мы начинаем очередной марафон по The Walking Dead, потому что вышел третий эпизод. Мы пройдем его в ближайшее время, то есть сегодня, завтра, как обычно, то есть не по одной серии в день, а так, как у нас принято. Все в крайне сжатые сроки, поэтому давайте приступать. Последняя серия, насколько вы помните, мы столкнулись с какими-то людоедами. Это все плохо закончилось для них, ну и в принципе не очень хорошо для нас. История разворачивается. Сейчас у нас эпизод 3. Нас ждет долгая дорога. Прошло не так много времени, сколько пары месяцев, но эти герои уже стали по-настоящему родными. Уже настолько успели привязаться к ним, возможно, из-за того, что именно столько времени уже прошло. I want to know why you thought bringing more mouths to feed was a good idea. I gotta look out for my family. I gotta know that whoever I take with me is gonna be looking out for Cat and Duck. Wait, I know that. Lee, you left. Народ у нас погибал с голоду, поэтому они с радостью уцепились за цепку. Those look like the people who за этих незнакомых людей, которые сказали, что у них есть еда. Did you tell anyone out there who you were or that you were tied to this place? У нашего героя темное прошлое. I know who you are, and I know you're a killer. He's not dead. Somebody help me. Один человек знал, что наш герой это убийца, но он погиб. Да. Мы нашли машину, загруженную какими-то припасами, и все разворовали. Можно было оставить, но тем не менее. И была безумная женщина, которая носила шапку Клементин. Видимо, материнский инстинкт проснулся. Но мы ее убили, потому что она угрожала нашему напарнику Кенни, по-моему. Целилась с него. Хотя ее тоже можно было оставить. Именно разноплановость и вот эти вот выборы, которые приходится делать, это то, что делает эту игру очень крутой. Эта игра адаптируется под выборы, которые вы сделали. Мы, судя по всему, опять в городе. И поблизости та самая аптека. Вон она, я ее вижу. С нами Кенни. Похоже, нам повезло. Возможно. Чем меньше я вижу, тем мне лучше. Тут же была куча зомби в последний раз. Куда они ушли все? Господи. Ты не передумал? Насчет чего? Что выбраться из Мейкона? Я один всех заставляю ехать, похоже. Да, нам нужно уезжать. Отель уже небезопасен. Но об этом тебе нужно сказать, потому что Лили решила остаться там. Лили — это наша руководительница на данный момент. Как последний раз. Заходим внутрь и ищем все припасы, которые там есть. Но там не так много осталось. Но выбора-то у нас нет. Что-то лучше, чем ничего. Отлично. Ты в порядке? Лестница сломалась. Я не уверен, что эта лестница еще много выдержит. Я не знаю, сколько мы еще выдержим. Да, уже без шуток. Так, я совсем не помню управление, но давайте вспоминать потихоньку. Тут его как такового управления-то и нет. Здесь есть набор опций. Похоже, с лестницей все. Что теперь? Найду другой путь сюда. Так, пошевеливайся. Здесь этим... завалено этими камнями.
Раньше тут этой машины не было. Так, лебедка. Хорошо. Лили не очень хорошо справляется. Ну ты же убил ее отца. Я сделал то, что был должен, ты же знаешь. Не уверен. Ну хорошо, что он это сделал. Потому что ее отец был настоящей проблемой. Так, аккумулятор живой хотя бы, я надеюсь. Ну да, все нормально. А, вот так, значит. Давай, девочка, не расстройся, если мы все это увозим. Надеюсь, нет. Надежда ничего не стоит. Шины пробиты на джипе, да? Потише бы как-нибудь, ребята. Потише. Так, и что мне это дает? А, вот так вот, значит, да? Duck was asking about that guy at Herschel's farm last night. Гусь спрашивал про того парня на ферме. Of course it did. И что же он говорит? What did he say? He wanted to know if Herschel's son somehow made it. Pretty sure. Ему интересно, сын Хершела справился или нет? You made out like a hero in his eyes. В его глазах он как герой. На самом деле-то это не так. Сын Хершела, насколько вы помните, наверное, погиб. Во время того, когда мы спасали, мы пытались спасти... Ну, мы, собственно, пытались спасти сына Хершела, а Кенни спасал своего сына. Sure you're up for this. Ты уверен, что ты справишься? Lee, I'm fine. I've got this. Give me your hand. Руку давай, все нормально. Shit! Ну да. Вы сейчас дошумитесь точно. Отлично. Nice one. Next time I'm bringing Ben. В следующий раз Бена возьму. Помоги мне уже. Что это такое? Ходуны? Они не кричат. Черт, не думаю. Это девушка, нам нужно помочь. Как? Нужно что-то сделать. О, все, уже укусили. Черт, нужно пристрелить ее. Они не знают, что мы здесь. Что ты знаешь? Ой, что ты имеешь в виду? Оставим ее в живых, и она привлечет их внимание. Подумай об этом. То есть он предлагает отвлечь на нее внимание. Пусть ее едят пока. Нет уж. Лучше уж так. Смотри, что с мной делал. Пошевеливайся. Но у нас теперь серьезные проблемы. Fuck, incoming. Come on, Lee. Еще этот Ли, пошевеливайся. О, тот летчик. Sturdy as hell, but we ain't got much time. Времени у нас не так много. Get everything you can out of these racks. Хватай все, что можешь. Don't forget underneath the counter this time. I'll clear down here, and then we gotta go. В общем, нужно пошевеливаться. Так. Блин, куда ты переместился? Берем вот это. Берем вот это. Берем вот это. Вот это берем. Я не знаю, что это, но это нам пригодится. Хватаем. 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 Теперь что у нас тут было? Обратно возвращаемся. Берем. Ой, там магазин, что ли? А, нет, это еда. Хватаем. Хватаем, все, захватываем. Все, поздно.
Нормально набрали вроде, да? Идут. Пошевели, Василий. Так, пошевелись. О, Кенни, помоги. Давай, давай, давай. Ли, козел, помогай. Давай. Фридж. Давай, заваливаем. Ох, жесть. Давай убираться отсюда, мать твою за ногу, Бир. Вертолетчик. Да бей ты его, бей, ну! Ну, бей. Что с прицелом? Что произошло? Меня схватили, что ли? Как-то криво у меня было с прицелом в этот раз. Почему Кенни не помогает? Он настолько оскотинился, что ли? Давай, давай, давай. Так, проделываем те же манипуляции. Кенни нам не помогает вообще что-то. Типа сам справишься. Так, хорошо это. Я не понял, почему у меня как-то прицел неправильно работал. Не на том стике был. Переделывают, что ли, его как-то. Раз. Два. Кенни, мать твою, ну помоги ты мне. Вот так. Самому приходится справляться, помощи вообще никакой. Давай уходим нафиг отсюда, уходим. Какого хрена это было? Они везде, сам о себе беспокойся, понял? Ну да. Все, Кенни уже доверять нельзя. Кенни нас списал, похоже. Фу, ну вроде выбрались, да? Отель уже давно небезопасен. Клем там все родителей своих вызывает. По рации. Ты вернулся. Бен нашел батарейки. Я их ставила. Я скоро с тобой свяжусь. Подожди секунду. Или по отцу тоскует. У нас снова пацан. Might as well leave a sign out that says the men are gone. Come and rape our women and children. Huh. So, what did you get? Что нашли? То, что осталось. Which was a lot, actually. Вообще-то много. Take a look. Взгляни. We're fine, by the way. Мы тоже в порядке, кстати говоря. Хорошая работа. Мы еще продержимся. Будем так продолжать. Зиму переживем. Зиму? Да мы замерзнем здесь. Очень круто, говорит, с тобой жить в трейлере после того, что ты сделал с моим отцом. Нам нужно уходить, Лили. Я знаю, Ли. Eventually is different. At it again, are we? Can it, Carly? Don't boss people around. I'm sorry. Somebody needs to make executive decisions. Да прекратите уже собачиться. I don't think you're capable. Everything can't come down to the same disagreement. Lily's concerns are valid, you know. Of course you think they are. God damn it, I'm not on anyone's side, Kenny. Я не на чьей стороне, Кенни. Тут насчет всех. А что насчет еды? Что насчет защиты? А что если это место падет? Кто-то насчет этого должен думать. We have everything we need. Because of me, Lily. No, because Lee knows how to take care of people. У нас есть. Я промолчу лучше.
What about medicine? Что насчет медицины? We wouldn't even be fighting about our medicine and supply stocks if Lee hadn't fucked up downtown. What do you mean? Если Ли постоянно лажать будет, какая-то девушка выбежала и кричала. Она производила много шума, и у нас было время. Но наш умник ее застрелил. Я не мог заставить ее оставить страдать. Мы все страдаем. Некоторые больше, чем остальные. Мы с жизнью рискуем, ходя в этот город. Мы это ценим, Кен. А Ли не делает то, что нужно. Не так это легко для него. Look, Macon and its people aren't savable. It's not a town. It's full of walkers. Это же не просто город. Здесь полно зомби и людей, ходящих по улице. Это ад на земле. И все в эту сторону направляется. На дороге не легче будет. А ты откуда знаешь? Откуда я знаю? Я знаю, что ты убийца. Я знаю, что кто-то ворует. И я знаю, что я все меньшему и меньшему количеству людей могу доверять. Теперь все, выметайтесь отсюда. Серьезный тренинг. Кенни, ты бы уехал вообще? Счастлив, Кенни? Моя семья жива? Да, говорит, счастлив. У всех стресс. Как что происходит, так я плохой. Спасибо. Спасибо, мать вашу, за ногу. Ты бы как-нибудь своего мужа воспитала маленько? Он, конечно, правильные вещи зачастую говорит, но... Well, I think you did good today. Я думаю, что ты хорошо сделал. Как и большую часть времени. It's probably worth following up with Lily about what she was saying about missing supplies. With her wound up the way she is, I don't want to see her paranoid. No question. And I'd like to talk when you've got a minute. Её беспокоит состояние Лили. Она полностью поддерживает наши действия, и она хотела бы продолжить с нами говорить. Ну, то есть поговорить, как будет время. То есть на нашей стороне, судя по всему, она наконец то, к чему шло, запала на Ли. Так, ну что, давайте найдем Клементин. С одной стороны, Кенни можно понять, он защищает свою семью, сына своего. Но с другой стороны, что-то он совсем окозлился уже. Давайте заглянем внутрь, что у нас. Похоже, Кенни ее наладил, когда я ее увидел в первый раз. Я не поверил, что это вообще возможно. Вообще нужно уходить отсюда, по-любому. Уже сами посмотрите, осень идет, холодает, припасы кончаются. В городе полностью бардак какой-то. Так, Бен, на дозоре, пацан. Hey, Ben. What's up, Lee? Что, Ли? Что ты думаешь насчет Лили? What do you think about Lily? She scares the crap out of me. Она меня пугает. That's a reasonable thing to feel. Да уж. I'm just worried she's going to snap. Я просто волнуюсь, как бы она крыша не поехала. Что-нибудь странное видел? Have you seen anything weird on watch? Is there anybody out there up to anything? Кто-то или что-то? Nope. Really quiet. Нет, очень тихо. Really? Yeah, totally. Which is good. Это хорошо. Ты в Мейкон вообще ходил? Мейкон, напомню, это город, в котором мы только что были. Да у меня причин не было. Talk to you later, Ben. Bye. Понятно. Короче, он считает Мейкон. Ну, в смысле, его спрашивали про Мейкон еще при жизни, то есть, когда все нормально было. Он говорит, что это дыра. Зачем? Что мне, говорит, там делать, если рядом Атланта, в которой гораздо лучше. Родители машину ему дали, он туда катался. Лима, говорит. Вообще-то Мейкон, говорит, это город, в котором я вырос. Такой, ну да, вообще город, говорит, хороший, хороший, ты не подумай. Короче, маленько лоханулся. Так, что вы? Давайте поговорим с этими. Сейчас у нас, похоже, очередной непростой разговор будет. Hey, you two. How are you doing? Как ваши дела? We're okay. Мы в порядке. Just having a little spat. Просто отдыхаем. We all carry guns now, and... У всех пушки теперь. Like мне это не нравится.
It's the way it's gotta be. Так должно быть. Я знаю, но я не привыкну к этому. I'm sorry. Извини. How are you, Lee? А ты как, Ли? Это вам нужно постараться. Что-то вам нужно сделать с Лили. You need to try harder with Lily. You guys gotta straighten this out. Сами все хуже делаете. So what then? Time will come, we'll have to do what's best for our families. Придет время, нужно будет сделать самое лучшее для наших семей. И мы это сделаем. Насчет пушек. About the guns. Don't you start. Не начинай даже. I just wanted to say, хотел сказать, probably good they make you uncomfortable. Я тебя понимаю, Кэт, что ты чувствуешь себя не в своей тарелке. Спасибо, Ли. Но они нам нужны, без сомнения. I'll talk to you later. Ладно, позже с вами поговорю. Что-то вы козлите больно. Ну, не вы, а Кенни. Теперь у нас Кенни главная проблема. В предыдущей серии это был отец Лили. Так, а Лили у нас тут, понятно. Хотя давайте поговорим, что-то она вообще там в стрессе полном. I'm sorry. Извини. You don't have to apologize. Не нужно. Извиняться. Ты поругаться со мной пришел или успокоить? Тебе нужно успокоиться. Я знаю. Я пытаюсь. Просто... Просто я себя не очень важно чувствую. Могу для тебя что-нибудь сделать? Да, мне нужна помощь. Здесь есть предатель, кто-то, один из нас. Он или она... Короче, забирает вещи. Правда? Кто? В каком смысле? Да? Я просто знаю. Лили. Пропадают вещи. Все, в чем есть наркотики. Это бардак какой-то. Я себя плохо чувствую, но я не тупая. I want you to poke around. Разузнай маленько. What's there to go on? С чего начать-то? I found this tossed into the garbage. Я это нашла в мусоре. We don't toss out equipment, we fix it. Не выкидываем, мы чиним. You'd only try to get rid of a flashlight if you were using it when you shouldn't. Ладно, посмотрим. Okay, I'll poke around a little bit. Thank you. Короче, из всего этого мы узнали, что кто-то у нас подворовывает. Тайна. Jesus, Господи, гусь. I'm sorry. Извини. I heard you guys talk. Я слышал, как вы разговаривали. You need to unhear all of that. Сделай, чтобы ты этого can не I слышал. Help? Могу я помочь? What did I just say? Я что сказал только что? Ты величайший детектив, а я Дик Грейсон. Твой слуга. That's Robin. Ну, то есть Робин. Я знаю, кто это. Ладно, ты Робин. Окей, you're Robin. Yes. What do I do? Что мне делать? I don't know. Я не знаю. Go look around. Иди повынюхивай. Let me know if you find anything weird. Дай мне знать, если найдешь что-то странное. Я на деле. Тодом. Ушел. Так, нужно починить, да? Короче говоря, Лили говорит, что у нас кто-то подворовывает медикаменты и, судя по всему, на наркоте сидит. Слушай, а может это ты, Бен? У тебя подозрение. Фонарик сломан. Это не ты? No? Нет. Проблем не будет, если ты. Maybe you went out to go to the bathroom, broke it, got worried and tossed it. What's with the third degree? Может, ты просто его сломал и боишься сказать? Okay, then. Да ничего не ломал. Ну ладно. Кто же сломал-то? Так, Клем, как вообще дела? Hey, Clementine. Hey, Lee. Привет, Ли. Че делаешь? What's that you're working on, Clem? It's called a leaf rubbing. My teacher, Miss Moore, showed меня учительница научила, когда мы в саду были, в ботаническом. Видишь, отпечатывается все. Ну, в своем роде. Ух ты. Для тебя тоже сделаю.
Слушай, а ты не ломала фонарик случайно? You didn't accidentally break a flashlight, did you? No. Нет. Did Duck say I did? А что, no, утка сказала? Ну, гусь. I don't think so. He's just always blaming me for stuff. Я не гусь, не ломали. Он меня постоянно обвиняет просто. Он меня обвиняет в том, да, допустим, что я жука ему на плечо поставила. А ты это делала? Да. Так, тебе нравится здесь? Мне здесь не нравится. Хочешь уехать? А куда мы поедем? Куда-нибудь в другое место? Я не знаю. Может, если бы я знала, куда? Да, это была бы хорошая вещь. Ладно, позже поговорим, Клем. Короче говоря, по поводу гуся. Понятное дело, очевидно, что имя его Дак, не гус. Ну, то есть не имя, а прозвище этого мальчика. Но что нам мальчика переводить как утка, что ли? Ну, гусь он и есть гусь. Это литературный перевод, считайте. А то много в комментариях народу. С Лидией уже говорил. Да, она считает, что кто-то ворует наши припасы. И есть поломанная экипировка. Я присматриваю. Спасибо, что это делаешь. Я хотела сказать, я много думала насчет тебя. О, я тоже насчет тебя думаю. Our group is small. У нас маленькая группа. И ты маленькая. You're a convicted killer. Ты же убийца бывший, Карли. И люди должны знать, я думаю. Не потому, что они заслуживают, и не потому, что ты плохой человек. Я о другом думаю. Мы здесь под напряжением. И Лили под напряжением. И это первое, что она скажет. Не думаю, что это всем ты должен сказать, но тем, кому ты доверяешь, ты, по-моему, должен об этом сказать. Это же так давно было. Так и сложится впечатление, что ты это прячешь. Еще хуже будет. Люди могут быть разозлены. Будут проблемы. Но будет гораздо хуже, если они не от тебя это услышат. Да. Так ты сделаешь это? Я дам людям знать. Ты права. Да, я думаю, это к лучшему. Опа-па. Don't call me small. Не называй меня маленькой. Now, is there anything else you want to talk about? О чем-нибудь еще хочешь поговорить? Ты думаешь, люди готовы услышать обо мне? You really think people are ready to hear about me? It's not a matter of ready. Неважно, готовы или нет. Хорошего времени не будет. Будет много плохих. Right now doesn't seem like one of them. But everyone's different. Сейчас вроде как нет. Who knows how each person would take it, you know? Ты же не знаешь, как это примут. Нужно подумать над тем, кому тебе это стоит рассказать. Ты что не знаешь насчет этого фонарика? Do you know anything about this flashlight? It's broken. Он сломан. It's broken. Я знаю, что он сломан. The batteries might be in backwards. Батарейки могут быть там сзади. It uses just one. Он одну только использует. What was the question? Так в чем вопрос-то был? Did you break the flashlight? Ты ломала No. фонарик? Нет. Okay. Хорошо. Что думаешь насчет Лили? Я волнуюсь за нее. Вот и все. She keeps trying to run things, but it's just not working. Она пытается рулить всем, но у нее не очень получается. Ты чувствуешь себя в безопасности? Do you feel safe here? Show me a bath with a Покажи мне башню, ой, башню, ванну. Короче говоря, комнату со всеми удобствами, там она почувствует себя в безопасности. Тут, говорит, пойми меня правильно, безопасно, но все может измениться в любую секунду. Так, что это такое? Нижнее. А, это подняться по лестнице. Так, ну что, на самом деле, я думаю, нужно рассказать людям по поводу того, кем наш герой был в прошлом. Ну а давайте мы это сделаем в следующей серии. Следующую серию вы увидите сегодня же. Короче говоря, увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.